Ее же на улицу нельзя, да? Ну, ей холодно, она не идет на улицу сама. Выходит и домой, говорит, ну, ладно, холодно. Не, может, ей этот кафтан сшить? Да. Ресницы такие огромные. Только, слушайте, а что с братом с ее? Симба, да, его зовут? Пока ничего. Пока ничего, а он где? В Москве сейчас, где-то. В ресторане, да, просто? Ну, вот на открытие то ли кафе, то ли ресторана взяли. Получается, вот этот бизнесмен, у которого вы, вот эти кошки были, он как, он добровольно был согласен их продать? Или как? Да. Заставили его? Да как, кто его заставить может? Конечно, добровольно.